Вопрос с отменой льгот для многодетных семей власти Сургута не дотянули. И прежде чем принять решение, нужно было провести колоссальную разъяснительную работу, найти понимание со стороны людей, их поддержку, а также создать условия для того, чтобы они лично участвовали в процессе реализации. Свое мнение по поводу отмены льгот на оплату детских садов высказала губернатор Югры Наталья Комарова во время прямой телефонной линии. Соответствующую информацию главе региона население направило на интернет-портал РИЦ Югра. Руководитель округа отметила, что, по ее мнению, речь идет об отмене льготы в отношении многодетных семей, которые не относятся к категории нуждающихся. Наталья Комарова сообщила, что администрации Сургута следовало провести разъяснительную работу до того, как принять решение, но никак не после. В диалоге с населением можно было бы обсудить все варианты и остановиться на лучшем, который бы устраивал всех. То, что сегодня администрация города делает по разъяснению уже принятого решения, ну, это важная история. И это нужно делать, особенно с учетом того, что до этого не сделали. Но тут требуется теперь так провести это разъяснение, чтобы люди стали не противниками этого решения, а сторонниками его. Это сложнее. Вот. Я на контроль беру этот вопрос и определимся, как его довести до завершения. Напомню, что в минувшую субботу многодетные семьи и ветераны боевых действий вышли на митинг против отмены льгот по компенсации части родительской платы за детский сад. Около 100 человек собрались на площади перед театром Сургу, чтобы выразить свое несогласие с решением властей Сургута. Напомню, в апреле стало известно о том, что многодетным и участникам локальных войн сохранят только один вид поддержки – компенсацию от 20 до 70% и уберут 50% скидку за садик по статусу. Наталья Комарова заметила, что администрации города следует, цитирую, все показать, разложить, доказать, объяснить, чем мотивированы такие решения и двигаться дальше. Конец цитаты. Однако участники митинга сообщили нашей телерадиокомпании, что понимания с местными властями не нашли. Мы выходили с предложением, да, на круглый стол к представителям администрации города Сургута, но диалог не состоялся в том виде, в котором хотели бы мы видеть, то есть не услышали друг друга. Сегодня многодетные семьи и ветераны локальных войн продолжают собирать подписи под обращением к президенту страны Владимиру Путину. А в эту субботу на площади перед театром Сургу вновь пройдет митинг против отмены льгот. На этот раз сургутян, скорее всего, приедут поддержать жители других городов Югры. Инициаторами и организаторами предстоящей акции протеста выступает Всероссийское объединение «Боевое братство».